База на Бирюзовой Катуни. Сегодня здесь гостят туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, сибирских регионов, Новосибирска, Омска и Томска. Свободных мест до конца августа в отелях особой экономической зоны практически нет, рассказывают менеджеры. К сожалению, приходится отказывать, уже мест нет, а максимум остаются сутки где-то двое суток максимум. В этом году я могу посмотреть по соседним базам, даже Бирюзовая Катунь, она вся забита, она вся полная. Специалисты в области туризма отмечают, в этом году выросла и стоимость отдыха на Алтае. Кто-то поднял на 10%, а кто-то и того больше. Но туристы соглашаются платить, альтернатив для отдыха в стране не так много. Сама я родом из Новосибирска, поэтому это достаточно близкий регион к нашему, прекрасно подходящий для туризма, так скажем, поскольку сейчас такая ситуация у нас в стране. Вот решили спустя 16 лет вновь посетить Алтайский край. Я знаю, что соседние базы еще выше делают цены в связи с тем, что российским туристам в этом году, ну, у них в принципе мало выбора, куда поехать отдыхать. Сейчас большой поток людей именно на Алтай, и в связи с этим соседние базы многие очень вот хотят выиграть на этом и задирают цены. В среднем стоимость номеров на базах Бирюзовой Катуни, судя по интернет-сайтам, варьируется от 4 до 12 тысяч рублей, даже выше. Приблизительно такая же стоимость на базах озера Ая. Но с новыми ценами пришел и хороший сервис, отмечают эксперты туротрасли. И дело даже не в красивейших коттеджах с развитой инфраструктурой. Даже уровень сервиса на пути в Алтай, в придорожном кафе, это уже не в формате, знаете, когда, знаете, женщина, такой кофе брать будете, вот такого, будете или не будете, а уже там приятно, тебя приветствуют, тебя предлагают, там, оплата карты, там, сопровождают, обратить внимание на это, на то, это восхищает. Помогать развивать туризм и улучшать уровень сервиса в Алтайском крае будут и студенческие отряды. Это было анонсировано в рамках молодежного форума АТР, который не так давно проходил на Алтайской земле. Туризм внутренний стал развиваться, естественно, требуется больше рабочей силы, да, вот, и поэтому, и, ну и в принципе, и у ребят, у студентов тоже появляется запрос на то, чтобы работать в сфере гостеприимства. Единственный момент, что не все это достаточно развито сейчас, и сервис в том числе недостаточно развит, и наша задача, чтобы наши ребята, приехав трудиться на какой-то, допустим, сервисный, да, объект в сфере гостеприимства, ну, во-первых, обладали должными компетенциями, да, повышать вот статус бойца, именно сервисного отряда. Многие бойцы студенческих отрядов отправятся поднимать туризм в санаторий Алтайской Здравницы, где, к слову, цены на отдых тоже кусаются. Отсюда невольно следует вывод: нашим землякам в этом году стоит затянуть пояса и, видимо, приобретать палатки. Ведь на Алтае много мест для кемпинга. Дешево, сердито и все та же красота. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Анастасия Бертенева. День с толком.